Лёля! Мама! Лёля, марш в детскую! Селезнёва лобазник, ЧК забрала. Товарищи грабят награбленное. Да нет, он самогон варил. Кошмар. Пётр. Жил отдела. Ордерочек. Беженцы. Вот правил отдела постановил уплотнить вас. О, Господи. Господь тут ни при чем, гражданка Соковнина. Положение с жильем в городе катастрофическое. Вот. Нет, позвольтесь. Я практикую на дому. И, между прочим, я удалил зуб вас самому. Вас ценят, доктор. Сколько человек вам вселяем? Одного. И при том интеллигентная особа. Вот так. Значит, из пяти имеющихся комнат две все-таки придется освободить. И точка. Ну, позвольте. А иначе саботаж. Интеллигентная особа. Коммунисточка какая-нибудь стриженная. Все задымит махоркой. Не спорю, Аня, плохо. Даже очень плохо. Но ходят упорные слухи. Недели через две товарищи покинут город. Да, это бог. Ну куда ты? Куда? Но что за это время наслушается Лёля? Да. Ведь оргии будут. Да. Ну иди. Да, пианино тоже надо вынести вон. Непременно. Явилась. Лёля, не смей, я сама. Бонжур, мадемуазель. Бонжур, мадам. Лёля в детскую. Лёля. Это вы? По ордеру. Да. Я Маргарита Кутюрье. Так-так. В связи с приближением фронта и обострением обстановки... Ну вот что я тебе говорю? Тихо. А, француженка. Лёля, локти. В городе вводится... Прима. Мадам. О, мерси. Мы хотим предложить вам столоваться у нас, чтобы не портить ваш желудок в этих ужасных обжорках. Мильфа, мерси. Мы с мужем обожаем оперу. Мы специально ездили в Петербург слушать несравненную партию. Шарман, я считаю, мадам, что настоящие певцы бывают во Франции, в Италии и... в России. Виви, доктор, я закончила Петербургскую консерваторию. О, шарман! Погуляем еще, мадам Марко. Скоро комендантский час, мадемуазель Лёля. Бит, бит. Это машина сахарозаводчика Воскресенского. Вы знаете, кто на ней сейчас ездит? Нет. Кто? Орлов. Ну, самый главный, в ЧК. О, ЧК? Его все страшно боятся. Но я очень хотела бы на него посмотреть. А вы? Очень. Хель фантазии, мадемуазель.
товарищ Орлов. Утверждает, покушался из личной мести. Думаешь, здесь дурачки сидят? А, сам товарищ Орлов. Кто вы такой? Я тебе не кто такой, а его императорского величества. Лейб-гвардии ротмистр. Слышишь ты, хам? Офицера визжите, как карманник. Саша, скажите, чтобы ему дали валерьянки. Есть, товарищ Орлов. Товарищ Семенухин, по-моему, надо прекратить допрос, пока ротмистр не придет в себя. Здравствуйте, товарищ Орлов. Приемник отправляем, Дмитрий Алексеевич. Дмитрий Алексеевич. Возьмите сколько. Скажите, мадам Марго, а ваш муж тоже артист? О, мол, дье, но... Леон коммерсант. Прекрасный, благородный человек. Но, увы, не игра на поэзии. C'est un réaliste. Вот. Лёля, локти. Зимы застряла в Одессе. А я? C'est terrible. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Объявится ваш Леон. Фронт-то к нам движется. Не трожь, а нет у вашей власти больше. С наступающим праздником, сэр, кому не поминаем? Как проехать к пристани? Je vous salue, месье. О, вы иностранец? Oui, я француз, месье, но говорю по-русски. Пишите в Париж, месье. Сегодня мы вдребезги раскатали краснопузую сволочь и скоро будем в Москве. О, браво, месье, браво. Прошу. Мерси. Как проехать к пристани? А, прямо и вниз. Мерси. Поздравьте ваш генерал. Город взяла дивизия Чернецова. Чернецов. Да. Генерал Чернецов – это восходящая звезда. Этуаль. Да, я понимаю. Решителен и жесток. Вот именно жесток, и это необходимо. Thank you.
Мадам Анетта! Что такое? Ян в поезде командующего. О, боже мой, как я рад! Я встретила знакомого офицера. Дала ему ваш адрес, он передаст Леону. Петр, Петр, где гусерье едет? Да. Что я говорил? А? Доктор! Папаум, 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 папаум. Бонсуар, мадемуазель. Бонсуар, мсье. Мсье Кутюрье. Уи. Мама, мама, мсье Кутюрье приехал. Мадам Марго, мадам Марго. Мадам Марго. Мсье Кутюрье приехал. Мсье Кутюрье. Марго. Мон амур. Марго. Марго. Мон пти. Мон пти. А, мон амур. О, пардон, мадам, пардон. Анна Ивановна, познакомься, мон мари, мой муж. Леон Кутюрье, как это? Бонсуар, все, enchanté. Вы говорите французский, мадам? Петр, Петр, иди. Донва, донва. Это мой муж. Месье. Сакавнин. Бонжур. О, très bien, très bien. Прошу, прошу. Merci, мадам, merci. Боже мой. C'est bon. Нет, нет, доктор. В Одессе целый корпус зуав. Это совсем черные люди. Le noir. Вот они не боятся большевиков. Да, Марго, я встретил Одессе Мишель. Мишель, ça va? Oui. Comment va-t-il? Excellent. Alors, ça va? Да, да, доктор. Скоро будет порядок. Сайран. Сайран. Пардон, доктор. Я буду заниматься коммерцией. Моя Марго будет петь гранд опера. О, гранд опера. О, полька. Мадемуазель, s'il vous plaît. Merci. Почему вы? Я ждала Яна. Ян погиб. И вот мне пришлось стать мужем, мадам Марго. Что, недовольны? Нет, просто ждала другого. Черный ход есть? Да, выходит во двор. У дровяного сарая. Во дворе есть стена. Там сажени полторы. Лестница валяется под сараем. Двор на ночь запирается. Ключи достала. Молодец, Белла. Идите сюда. Тихо хлопнем коньячку. Мерси. О, спасибо. Потрясающее перевоплощение. Да. Правда, я вас даже не узнала. 7 лет эмиграции. 2 года промотался в Париже. Завтра пойдете к Семенухину. Как? Да, он тоже здесь, в городе. Галерная 4, цветочный магазин. Угу. Передадите ему. О, Микелька Фахтус, это. О, Микелька Фасантуайси. Леон, мон дье, кельжуа. Галерная 4, что я должна ему передать? Знаете, на сегодня хватит. Хватит. Где я буду спать? Тут. Спокойной ночи. А вы где спите? Здесь.
Вот ваша пижама. Чертовщина какая-то. Неужели нельзя было какую-нибудь кушетку? Ну, вы подумайте. Возвращается муж после длительной разлуки и укладывается в отдельную постель. Это не по-французски. C'est formidable. Да. Можете не волноваться, у нас с вами два одеяла. Да нет, поймите, я сплю очень беспокойно. Выйдите, я лягу. Да, веселенькая история. Bonne nuit, Margot. Bonne nuit, Léon. Все-таки ваше появление здесь безумие. Риск – одно из условий нашей работы. Ревком в отношении вас поступил жестоко. Только не надо обсуждать решение ревкома. Конечно. Я для вас барышня, убежавшая из буржуазной семьи в поисках романтики. Но с тех пор очень многое изменилось. Я тоже имею право голоса. Да, и голос у вас красивый. Знаете, мне кажется, я заслуживаю более серьезного отношения. Я отношусь к вам серьезнее, чем вы предполагаете. Да, известный риск, конечно, в этом есть, но... Олигарх ком олигарх. Au revoir. Марго. В 2 на бульваре. Капитан Маслов, командир карательного отряда. А этот руководил казнями, сам расстреливал. Ясно. В городе появились дроздовцы, ударный полк. 40 платформ пригнали для погрузки артиллерии. Начали поступать бензоцистерны. Все это гонит на круты. Ну, а это на роскошную жизнь господина Кутери. Пусть не скупится, еще добудем. Адье, товарищ Семенухин. Адье, адье. Ну, а вы-то как там, супруги? Медовый месяц. Честь имею. Мсье. Кейтю. Он ами. О, мсье.
О, мой юный друг! Я очень рад, месье Кутюрье. Мон пти женерал. Моя жена. Мадам. Марго. Счастливо знакомство. О, месье Василевский, месье. А вы знаете, мы должны в честь нашей встречи пить бутылку шампанского. Что, месье, служба? Нет, нет. Я не хочу, чтобы нас покидали. О, 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 месье Василевский, а, я буду верновал. Марго задушу, а месье Василевский убью. Дуэль. Пам. Вот их сантеет, месье Василевский. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Месье? Ну, почему вы такой мрачный, месье Василевский? О, мадам. Ну, скажите, Александр, Сашенька. Мадам, как все превратно в этом мире. Вот сейчас вы цветы, вино, а потом ночь. Тьма. Копыта лошадей обмотаны тряпками. Балками. Балками. Боюсь этих балок, мсье. Балка — это большое бревно, а? Балка — это овраг. Вот в верстах в 30. В Ястребиной балке засели большевики. А мы ночью с тыла через Хованскую балку. И ночной бой. Визги, крики, храп лошадей, а мы шашками хрясь. Атансьон, мон генерал. Тихо, тихо. А я ведь родом из этих мест. В Хованском церквушка есть, Трифона Великомученика. Лежать мне в этой церквушке. Начало наступления послезавтра в 3 ночи. Удар будет нанесен через Хованскую балку. Леон считает, что выйдут где-то под хутором Михайловским. Операцию, возможно, возглавит сам Чернецов. Леон обещал уточнить, появились связи со штабными офицерами. Сведения о том, что капитан Корнев... Части генерала Че отошли на новые рубежи, понеся небольшие потери. Генерала Че. Все речь генерала Чернецова? Да. Странно, о, странно, Леон. Странно, странно. После победных реляций стойкие здесь Леон сообщения. Пришел. Да. Месье, месье Леон. Мами. Бонжур. Мадам. Мерси, мерси бьен. Бонжур, доктор. Бонжур. Читали? О, месье. Один мой друг из штаба рассказал, дивизия генерал Чернецов разбита. Сам генерал попал в плен. О, мерда. Пардон, мадам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. А
А вот сам впрягайся. Ну, никак. А что бронепоезд к утру в Синельниково был? Я не могу. Простите. Ну, подождите. Ну, подождите. Это дивизион, с какого пути грузится? Простите. Это что, тоже в Синельниково? В порядочке. О, Господи. Здравствуйте. Закрывай платформу. Туда, туда, ваше благородие, на седьмой путь. Значит, тоже в Синельниково. Синельниково, Синельниково. Месье, знаю. Поворачивай. Ага. Иди, 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 иди! Де ви добре? Я ваше благородие! Що ти кажеш? Де вам треба? А бумагу нету! Документи! Нема! Бо вкрали! Омельчук, я з Юзом! Ой! Орлов! Орлов! Точно! Он! Орлов! Какой Орлов? Самый главный в ЧК. Точно, это он! Он! Он меня допрашивал! Господи, погодите! Який Орлов? Я ж Микола, он ищу, Зюз. Ах ты, гад бородатый! Не дам! Пусти, то не мои! То не мои гроши людей! Тихо! Тихо! О, награбили! Негодяй! Ах ты, сволочь! Назад! Это ж не мои, то люди збирали. Общественные гроши. Подожди. Контрразведку. Пойдемте. Мило заводы, то не мои, то людей. Идите, идите. Я его сразу узнал. Ах, мерзавец. Кажется, он, господин полковник. Я просто уверен, что это он. Да уж, тут никакого сомнения. Безусловно. Увести. Нос, имею честь. Меня ждет командующий. Поздравляю вас, господин полковник. Благодарю вас. Ну? У этого руки мужика. Такие не подделаешь. Руки Орлова я запомнил. Он делал вот так. Нет, это не он. Я просто уверен, что не он. Ты что ж, перед Ротенбахом комедию ломал? Редакция. Редакция? Соболевский. Я подтверждаю, срочно в набор материал о поимке Орлова. Покупайте! Экстренный выпуск! Поимка главаря чекиста Орлова! Экстренный выпуск! Поимка главаря чекиста Орлова! Покупайте! Экстренный выпуск! Поимка главаря чекиста Орлова! Экстренный выпуск! Покупайте! Покупайте! Каково, господа? Орлов утверждает, что он крестьянин Мельчук из Юзовки, а присутствующие опознали в нем председателя Кушкина. Наглая ложь трусливого палача возмутила публику еще бы. Орлова хотели тут же на вокзале растерзать, еле патруль остановил. Да-да. Неизвестно. Никаких документов при нем не найдено. Говорят, при нем большие деньги. Золото, бриллианты. Да. Мальчик! Вот как? Что вы говорите? Вы слышали? Говорят, при нем большие деньги, золото, бриллианты и даже фамильные драгоценности царской семьи. Подумай только. Мальчик. Посетка! Добрый день, всех господи. Преступник! Пойман Орлов! Все ясно. Покупайте! Покупайте! Экстренный выпуск! Пойман чекист Орлов! Пойман главный большевик! Экстренный выпуск! Поимка главаря чекист Орлова! Покупайте! Покупайте! Галерная. Покупайте, покупайте! Экстренный выпуск! Пойман главный чекист! Пойман Орлов! Чепуха. Сенсация. Разберутся и под зад коленкой. Ну, а если не станут разбираться?
Ну что ж, пред Губчака Орлов будет уничтожен доблестной контрразведкой Мити. Можешь работать спокойно. Да. Совсем простая вещь. Его хлопнут, меня нет. Как просто. Я был на вокзале, когда взяли Емельчука. Классовая борьба – жестокая вещь. Неужели ты не понимаешь, что вместо меня обречен на смерть, пытки человек, который даже не будет знать, за что его замучили? Достоевщина, меня интересует только дело. Семенухину, это опасная философия. Емельчук именно тот, ради которого мы работаем. Философствуешь ты. У него деньги крупные. Или врут? Он божился, что общественный. Я верю, что это правда. Не знаю, не знаю. Может, спекульнул. Стал быть, неявный, то скрытый враг. Ты чекист. Сентиментальность тебе не к лицу. Чека. А ведь это чрезвычайная комиссия. Чрезвычайная, Семенухин. И то, что наша комиссия чрезвычайная, мы не имеем права забывать. Костя, мы должны спасти Емельчука. Как? Побег. Из контрразведки. Ну, вспомни, сколько раз с риском мы устраивали побеги товарищам, и все удавалось. Товарищам, Дмитрий, у меня ни людей, ни денег, их хватит об этом. Не забывай, мы не должны раскисать. Мы не принадлежим себе. Это я помню. Помню. Потому и пришел к тебе. Там пытают, выколачивают признание. Знаешь, мне легче пойти сейчас в контрразведку и назваться, чем... Ладно, пойду. Подожди! Ты что, сдурел? Не знаю, кто из нас сдурел. Ты решил, что я сейчас же побегу в контрразведку, да? Побери пушку. Вот. Видишь, до чего дошли? С твоими рехлюндиями. Тут же мить бросайте эти свои интеллигентские бредни. Ты сейчас полка стоишь. И каждый из нас за тебя шкуру готов отдать. Войска стягивают к Синельникам, по-моему, два бронепоезда перегнали. Я уточню и сообщу через Беллу. Пойду я. Сиди. Какой из тебя сейчас француз? Я тебе букетик нарежу. Полагаю, на сегодня достаточно. Что с вами? Прогресс. Вы, кажется, заметили, что я существую.
семейная сцена. Вы читали это? Читал. Конечно, что для вас какой-то там Емельчук. Вам не кажется, что ваше безразличие безнравственно? Никого и ничего не замечать. А, признак силы. Хватит. Утром я уйду рано. Встретимся в час. В кафе на бульваре. Танька обещала свести в одно местечко. Пойдешь? Финанс поет романс. Да. Да, слыхал? Этот Орлов, которого мы вчера взяли на вокзале, до сих пор не признался. Чего? Контрразведки, специалист. Все выложит. Ну, пошли. Простите, месье. Позвольте представиться, Леон Кутюрье, коммерсант. Я слышал, вы есть поимщик чекист Орлов. Ну, как вам сказать, месье? Да. Merci. Гран мерси. Позвольте мне выпить доблестным русским офицер. О, месье, мы счастливы знакомству. Прошу. Спасибо. Месье, я недавно вернулся из Одессы и узнал, что моя бедная старая мать расстреляна в ЧК. Вот что. Орлов. Я ненавижу его, ненавижу. Пардон. Ничего. Расскажите мне об этом, палаче. Видите ли, месье, я собственно... О, наш друг по гвардии служит в контрразведке. Минуточку. Соболевский, голубчик, вручай. Мы с Мишкой подцепили французского бармота. Какой-то спекулянт из Одессы. Его мамашу в ЧК списали. Услыхал об Орлове, горит жаждой мести. Будь другом, выручи. Наври ему об Орлове, что хочешь. А уж мы его повыпотрошим. Интересуется Орлов? Ага. Он этот? Ага. Прошу, поручик Соболевский. Enchanté. Леон Кутюрье, коммерсант. Гарсон? Месье, по нижегородским обычаям мы с вами должны перекочевать куда-нибудь в другое место. Например, в ресторан Олимп. А, bien, bien, bien. Excuse-moi. Bonjour, Леон. Bonjour, месье. Bonjour. Моя жена. Bonjour. Но сегодня нашей компании жена не нужна. О, ça. Bon. Je vous Могу, а? Если до 8 не вернусь, к Семенухину, ясно? Эй, ля, куше! По-моему, наткнулся на Корнева, скрывается под фамилией Соболевский. Возможно, он тоже меня узнал. Мы едем в Олимп. Bien français, monsieur Sabolevski, oui. Merci, monsieur. Три года Сорбонна. О, ля Сорбонна. Монмартр.
Нелю Лапик. Сакре-Кер. Рублин, жуи. Уи. Прекрасный сон юности. Увлекался революционными идеями. Запрещенные книжки почитал. Либерте, oui. Fraternité. Allons enfants de... Attendez, attendez. Allons enfants de la patrie. La 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 la. Вы давно из Парижа? О, месье, я уехал из Франции год тому назад. Они сказали, пошла прочь. Они мне сказали, что ваша матушка расстреляна в ЧК. Я понимаю вас. Как я счастлив, что это палач Орлов находится у вас контрразведка. Откуда вы знаете, что я служу в контрразведке? Ваши друзья рассказывают. Болтуны. Что? Болтуны! Ну, знаете, Павлович. О, месье, месье. Месье. Настанет год. России черный год, когда царей корона упадет. Лейб-гвардии поручик написал. Напророчили. Я не знаю, русский поэт. Жаль. Sous le pont Mirabeau. Coule la Seine. Bien. Bien. Не помните? Месье, я не знаю поэзии, я знаю коммерс, коммерс. Ну ладно, я пойду. О, месье Соболевский. Пойду. Господа! Ночи, товарищи, в работу брать. Выпьем за союзников. Ручик Соболевский. Черт знает что. Напился, мерзавец. Пардон. Не надо, не ходи, он страшный. К такому попадешься, он все истерзает. Я знаю. Машину к ресторану «Олимп». Быстро. Ты хороший малый, Леон. Merci. Нервы. Ты устал. Но это усталость героев. Да, скоро конец. Потом займемся Россией, матушка. Хамы, спунтовавшаяся сволочь. Право на жизнь имеют 2-3 миллиона, не больше, остальные рабы. Ученые найдут место в мозгу, где гнездится протест. Долой это место. И никаких революций. Баста. Леон, поедем ко мне? Куда? В контору. Я тебе такое покажу. Бездну. Последнее падение. А что есть бездна? Фос. Пропасть ли он? Яма бездонная. Впрочем, ты Достоевского не читал. Орлова тебе предоставлю. Отомстишь. Поедем, я уже машину вызову. Вам надо отдыхать. Вы нездоров. Стоп.
струсил. Алло. Господа, до свидания. Рва. Моному. Соболевск. Нет, плачу я. Плачу я. Счет пришлете ко мне завтра. Прошу, мсье. Ну, блудите дальше, сиятельная. Когда-то я был маленьким и любил ходить с мамой в церковь. Верил. Оревуар, мсье Леон. А мы разве не едем? Хочешь бездны? Ну, прошу. Не знаю. Ничего не знаю. Ваше благородие. Я ж нічого не знаю. Про цього чекіста проклятого. Ну, хватит придуриваться, товарищ Орлов. Ні. А то закачу Варфоломеевскую ночь. Не знаю. Пожалеешь, что родился. Месье Соболевский, а может, это не есть Орлов? Может, ошибка? Орлов. Орлов. Иди сюда. Смотри. Борода, глазище. Вон. Оборотень. Такой кем угодно прикинется. Comment vous trouvez Paris, мсье Орлов? Parfaitement, n'est-ce pas? Не, Микола. Я. Омельчук. В Париже жил, а теперь комедианствует, лапотника изображает. Селянский я, что бороду отпустил, та родувати, хіба ж то моя вина. Ой, Господи. Мы что, будем уезжать? Нет, орет товарищ, когда мы с ним по душам беседуем. Вот мы голосину его и... Чого ж ти мене на світ народила, на такі муки? Нальон, мсти. Ваше благородие, ваше благородие. Орлов я не можу більше. Так, что же ты нам столько времени голову морочил? Хорошо. Явки, пароли, адреса. Смерти прошу. Начать трудно. Поможем. Действуйте. Товарищ Орлов. Машину быстро.
Не стрелять! Ну, а как у вас с пиками, мадам? А? Мадам Марго, пошла. Нет, пора ужинать. Сыто? Лёля, накрывай. Куда это мсье Леон запропастился? Загулял, наверное. Лизом. О, вот-вот, и мы кутнем. У меня бутылочка припрятана. А вы, голубушка, ну, обрадуйте старика. Ну, Да, Марго. Ань, валерьянки. Нет, благодарю вас. Не надо. Это нервы. Я пойду прогуляюсь. Удар у вас, мсье. Папиросу. Папиросу? Как это вы умудрились его раскусить? Деталька одна проскользнула. Пожалуйста, пожалуйста. Вы знаете, я уж даже сомневаться стал. Но, думаю, померещилось. Ну что ж, поговорим? Ведь придется. Все равно же мы из вас высосим все по капельке. Так уж лучше по-доброму. Вы же не какой-нибудь там братишечка. Интеллигентный человек. Нам нужны такие. Нет, я все-таки прав. Он старый идиот. Нос. Пеняйте на себя. Провал, Семенухин. Что? Пустите, больно. Факты. Орлов наткнулся на Корнева. Того самого Корнева? Да-да, того самого. Он скрывается под именем поручика Соболевского. Так. Жуткий тип. Глаза. Билетристика. Факты. Днем, как всегда, встретил из кафе. Орлов был... Я его таким никогда не видела. Велел не уходить. И сказал, что если до 8 не вернется, чтобы я шла к вам сюда. Неужели он? Вы о чем, Семенухин? Так. К Соковниным вам возвращаться нельзя. Ночуйте здесь. Переоденьтесь. Тут кое-какое барахлишко есть. И никуда не выходить.
Допрашивали? Ну и слава богу. Отложили до утра. Приласкал командующий. Орлова у нас отбирают. Приказано передать его в особую комиссию. Подполковнику Тумановичу. Все вы. Что? Схватили какого-то смердюка бештанного. Раструбили везде, Орлова поймали. А теперь подполковник Туманович на моем горбу едет в рай. А вам во. Слушайте, поручик, я требую. Ну, ничего вы требовать не можете. Ну, что вы можете требовать? Ну. Что, приказ о вашем снятии уже подписан? Ты что, обратно захотел? Рощин меня забрали. Рощин не мои людей. Не могу до дома идти. Ваше благородие, Рощин меня забрали. Не могу до дома идти. А ну, проходь. Явился в контрразведку? Вы что, Семенухин, с ума сошли? Его больше не существует для партии. А стал быть, и для нас. Предатель. Вы не смеете так. Какие у вас основания? Вот, приходил ко мне с этой газеткой. Переживал. Собирался пойти в контрразведку. Назваться ради спасения этого. Лучше б я его пристрелил. А я его еще упрекал в жестокости. Доигрались. Не мог он так поступить, не мог. Нет-нет, Емельчук на свободе, Орлов в контрразведке. Факты, товарищ Белла. Я же видела его там, в кафе с офицерами. Нет, он не шел сдаваться. Он работал. Он лучший человек из всех, кого я знала. Влюбились. Люблю. Соберем ревком. Поговорим. Партии не нужны. Слабодушные, товарищ Белла. Но партии не нужны и бездушные. Арестованного оставить, встаньте за дверью. Проходите. Вы бывший председатель губернской ЧК Орлов? Я не предлагал садиться. Я устал. Так-с. Повторяю. Вы Орлов Дмитрий Алексеевич?
из мещан, 1879 года рождения, член РСДРП с 1904 года. Ни на какие вопросы я отвечать не буду, и кончим на это. Полагаете, я рассчитываю получить от вас адреса явок, пароли, сведения о работе ЧК? Ваш допрос – необходимая формальность. Обвинительного материала для вынесения вам смертного приговора с точки зрения закона более чем достаточно. Итак, Орлов. Дмитрий Алексеевич на допросе показал. Скажите, а какого закона? Разумеется, нашего. Вы же предпочитаете беззаконие. Звезды, выколотые на спинах красноармейцев штыками. Это ваш закон. ЧК тоже не занимается сентиментами. Оставьте вашим газетам эти басни о зверствах большевиков. Вы-то знаете о методах ЧК. Вам ведь приходилось расстреливать? Нет, не подписывать смертный приговор, а самому вгонять пули в безоружных. Да, приходилось. Только не в безоружных, а в обезоруженных врагов. Да. Наверное, вы умеете увлекать людей. Массы. Как у вас говорят. Алексеев известен как специалист по организации побегов. Профессиональный революционер, крупный подпольщик. Как же вы так влипли? Бывает. Д.А. Орлов. Революция и закон. Ваше сочинение. Подполковник, чему все это? Вы же сказали, мой приговор предрешен. Чего тянуть? Имя чрезвычайной комиссии должно быть не только грозно, но и чисто. Перед ней должны не только в страхе трепетать, но и смотреть на нее, как на защитницу прав и закона. Да вы просто поэт. Скажите, подполковник, вы не устали? Все-таки четвертый час разговариваю. Я мог бы заставить вас отвечать. Для этого есть средства. Наконец-то. Арестованного в камеру. Передайте на волю. Орлов схвачен. Контрразведкой. 15 вечером. Только одно выстукивает, господин подполковник. Схвачен, схвачен. И опять передайте, схвачен. Ясное дело, что схвачен, и сам же явился. Благодарю вас. Записи оставьте. Можете быть свободны. Thank you.
Благодарю. Хотите на чистоту? Вы первый крупный теоретик и практик вашего режима, с которым я встретился. Вы меня интересуете как явление, психология которого для меня загадочна. А стоит ли здесь заниматься психологическими опытами, подполковник? Скажите, вы действительно верите в осуществимость выброшенных вами лозунгов? Или это авантюризм? В ваших сомнениях ответ на ваш вопрос. Разрушите накопленные веками, а дальше? Что дальше? Пойдете с нами увидеть? Нет уж, лучше пулю в лоб. Хотите отдать страну мужикам? Народу. А мужичонка-то вас подвел. Вы за него в пекло. А он ни черта не понял. Нет? Ничего у вас не получится. Сотни лет ваше сословие мордовало мужика. Сначала батагами, потом шпицрутанами. Сейчас шампалами. Рабство и страх не могут исчезнуть сразу. Должен сообщить вам. Обжалование не подлежит, исполнение в 24 часа. Подполковник Туманович слушает. Да, ваше превосходительство. Так точно, ваше превосходительство. На днях в самом начале рейда попала в западню дивизии Чернецова. Полагаю, что в потрясающей осведомленности красных о месте прорыва не последнюю роль сыграл коммерсант Кутюрье. Скажите, Чернецов действительно в плену? Да. Наше командование предложило разменять Чернецова на вас. Считаю своим долгом сообщить, что все, что зависело от меня, чтобы этот размен не состоялся, я сделал. Оставлять жизнь такому врагу, как вы, крупная ошибка. Наши очень дорожат Чернецовым. И главнокомандующий настоял на этом. Очевидно, вас тоже ценят. Ваши пошли на размен. Казнят.
Боюсь, только одного можете подумать, что сдался добровольно. Нет, нет и нет. Провал, ошибка, осечка. Сдали нервы. Но виноват только я. Передайте Бели, что я. Закрой. Командующий заменил повешение расстрелом. Гуман. Не понимаю. Зачем вы это сделали? Я взял хорошую цену за свою жизнь. Чернецов на свободе — это несколько лишних месяцев вашей агонии. Еще 1000 порубленных красноармейцев нет? Иначе поступить я не мог. Но ведь вы нарушили эту вашу партийную дисциплину. Поймут, простят. Рапорт подал. Командующий подпишет и на фронт. Пули ищите. Несчастная наша Россия. Бросьте. Помните, вынесет все и широкую ясную грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. Для себя берег. Действует мгновенно. Неужели вы хотите стать мишенью для недоносков из комендантского взвода? Вам трудно не понять, подполковник, хотя это такая простая вещь. Поймите, я не могу принять яд, как забеременевшая гимназистка. Смерть – это тоже часть моего дела. Я жил для дела партии и умираю за него. Это ж такая простая вещь. Могу я для вас что-нибудь сделать? Есть обстоятельства мучительные для меня. Был разговор, и мои товарищи могут подумать, что я сдался добровольно. Я прошу вас, приобщить это к моим документам. Все еще надеетесь, что будущее за вами? Да. Я уважаю вас. А теперь идите. Thank you.